парашют, рюкзак, костюм, штаны, кофту. Всем огромный привет, вы на канале Виталий Плейс, и это новая мега халява в игре PUBG Mobile. Поехали! Дорогие друзья, всем огромный привет еще раз, и как всегда по традиции, в видосиках с халявой, розыгрыш Royal Pass 3 сезона от меня. Все, что нужно сделать, быть подписанным на канал, поставить лайк данному ролику, в колокольчике включить все уведомления, а также в комментариях написать комментарий более чем из 5 слов. Давайте, продолжим комментарий «Метро Рояль топ, потому что» и продолжим, либо же «Метро Рояль дно, потому что». И, естественно, оставить свою айдиху. Условия сказал, а по самому розыгрышу, по итогам, он у нас будет на стриме, который я запланировал, ребятки, уже на субботу. Поэтому в колокольчике включайте все уведомления, чтобы попасть на стрим, на котором будет куча розыгрышей Royal Pass, которых я еще не разыгрывал. Теперь по халяве от разрабов. Эта халява, ребятки, находится у нас на регионе США. Если вы уже на регионе США, то вам повезло. Если же вы еще не на регионе США, то на канале есть куча видосов, как поменять регион в видосах с халявой. Поэтому, если вам понравятся награды, вы можете перейти на регион США и получить все эти награды, о которых мы сейчас и поговорим. Собственно, какие награды здесь есть? Давайте быстренько пройдемся. Это рулетка. Это все было. Было. Так, это и у нас есть, Алан Уокер есть, талант, ну да, кстати, вы знаете, что открылся уже чемпионат талантов, кто хочет, заходите, участвуйте, особо здесь я ничего не буду рассказывать, потому что мне кажется, что и так все знают, что это за чемпионат талантов, если ты не знаешь, то обязательно напиши в комментах, а вот здесь уже начинаются халявки, вот созыв, неплохая халява, я о ней рассказывал уже миллион раз, и я повторю, что это... моя любимая халява. Поэтому, если ты еще не участвовал в созыве, участвуй. И также, естественно, сегодня нам, ребятки, добавили Метро Рояль, в котором мы тоже получаем свою халявку для режима метро. Вот видите все, что здесь есть. Ну, я зацикливаться не буду, потому что, сами понимаете, здесь особо и рассказывать нечего. Вектор можно вон скин на вектор получить. Так, а здесь почему-то не прогружаются, видите, ярлычки. Набор удачи. Но я уверен, что все прогрузится. А, возможно, здесь метро не скачан. Наверное, да, ну. А не скачан. Так. Друзья, и вы сами понимаете, что делаю я эту халяву для тех, у кого нет еще региона США. Естественно, кто находится в регионе США, тот знает об этой халяве. Но большинство людей, естественно, играют на регионах Россия-Украина, мне кажется. Поэтому они не знают. Заходим в события. И смотрим, такое у нас есть, такое у нас есть, такое у нас есть, а такого, друзья, у нас нет. Войдите в игру Гладиатор Одиссея с 9.27 по 12.10. Войдите в игру, и за это мы получаем билет Гладиатора. Тем более, что и батареи уже получаем. Получаем билет Гладиатора. Далее, что нам нужно еще сделать? Завершите матч, играя с друзьями, 3 матча, играя с друзьями, и войдите в игру. И эти билетики, естественно, мы можем обменять на джишки. Ну, джишки достаточно, кстати, неплохо. Раньше это был шлаг, сейчас нет. Вот популярность, временный шлем, временный корячочек-корячок. И, друзья, на секундочку, постоянный костюм загадочный гуляка. Выглядит он, кстати, достаточно-таки неплохо, уже в снежинках. Я только хотел сказать, что он похож на костюм Санта-Клауса, который у нас был в игре. У меня, по-моему, на этом аккаунте даже есть борода Санта-Клауса. Ну, слушай, на халяву такой костюмчик, согласись, это топ из топов, удачи в топе. За что разрабам огромное спасибо. Так, ну и все, здесь особо больше ничего о нем рассказывать. Идем дальше, потому что здесь еще есть такое же событие. Приглашение Алана Уокера, эпохальная статуэтка. Эту тему не забывайте забирать. У меня здесь ничего нет, естественно, потому что на этом аккаунте я не играю. Shopping free — это для донатеров. И не вижу смысла, опять-таки, здесь что-то рассказывать, потому что, ну, это... Я считаю, что если ты донатишь, то это не халява. Но, хотя, кто захочет, сам разберется. И вот, собственно... Еще одна халявка. Переходим. Так. Ага.
Здесь, ребят, по идее, если я все правильно понимаю, нам надо, нам надо, во-первых, нажать на знак вопроса и прочитать правила. Так, добро пожаловать в Одиссею Гладиатора. Вы проявите себя в соревнованиях, поднимайтесь в первый топ. Вот, вот это уже да. Так, извините за мой английский. Сейчас попадание в топ 10, время выживания, куриные ужины, зарабатывают очки события. Оценка события накапливается в течение дня и сбрасывается, ну как всегда. Всего существует 6 возможных рангов и 6. Самый высокий в начале события игроки начинают вместе с ранга Т, ранга 2 в зависимости от текущего сезона. Далее нам говорится о повышении и понижении, размещен награды. Ну здесь, ребят, короче, вкратце нужно попасть всего-навсего в топ-10. То есть мы попадаем в топ-10, и если мы там будем держаться достаточно таки долго, мы можем посмотреть ранги и можем посмотреть, я думаю, что мы можем посмотреть призы. Да, вот такие вот призы, потом такие вот идут, вот такие. Здесь уже поинтересней. Слушай, очень и очень крутое событие на регионе США. Почему у нас такого нет? Я не понимаю. И это обидно. Это обидно. Даже титул гладиатор есть. Рамка. Охренеть. А здесь? А, здесь мы можем менять на те монетки, которые получаем вот здесь. Поняли? В кейсах вот эти. 150 токенов. И вот, мы можем забрать парашют с крутой расцветкой. Мы можем его включить? К сожалению, нет. Парашют, рюкзак, костюм, штаны, кофту. Все вроде. Даже АВМ. Очень и очень годная халява. Ребятки, что сказать? Переходите на регион США. Если не знаете, как перейти на регион США, в двух словах, вам нужен либо Watermelon VPN, либо Solo VPN. Переходим в VPN на регион США. Это бесплатный VPN, я вам назвал. Потом уже заходим в игру и меняем вот здесь уже, секундочку, настройки, аккаунт. И вот здесь меняем регион на США, он появится снизу. Видите, так как я сейчас нахожусь в Украине, мне предлагают поменять на регион Украина. Но не суть важно, те, кто хочет поменять, обязательно поменяют. Ребятки, вот таким вот получился видос, я надеюсь, вы оцените его лайком, подпиской на канал, если еще не подписаны. А также в колокольчике включайте все уведомления, чтобы не пропускать все самые свежие новые новости и видосы из мира PUBG и не только. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем пока, ребят.